Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максимадзе. И сегодня мы продолжаем играть в Angry Birds Chrome. Версию Angry Birds для браузеров, которая в 2015 закрылась. И мы нашли способ, как поиграть в такую версию сейчас, даже когда она закрыта. И вот мы ее проходим. В этом году ей исполняется 10 лет, поэтому сейчас, мне кажется, это даже самое время проходить ее как раз таки. Ну, точнее, 10 лет исполнится только в мае, но, в принципе, ничего не мешает и сейчас попроходить к предстоящему десятилетию игры. Сегодня мы будем проходить эпизод под названием Aster X, один из моих любимых эпизодов в Angry Birds Seasons. Из Angry Birds Seasons этот эпизод, и здесь не 15 уровней, как в оригинальной Angry Birds, а целых 18. Тут, ну там в оригинальный Angry Birds Seasons на мобилках, там было еще 3 дополнительных уровня, помимо 15 от Facebook или Twitter, что-то такое. Но здесь они не совсем такие есть, там один, как минимум один из этих уровней новый. Еще есть также 3 вот таких вот бонусных уровня в виде вот таких вот пасхальных яиц, а не золотые яйца, как были в Angry Birds Seasons оригинальный. Ладно, погнали. Мне очень нравится этот эпизод. Посвящается он Пасхе. Вышел в 2011 году. Блин, не промахнулся чуть-чуть. Этот эпизод немного, как вы уже заметили, изменен по сравнению с оригинальной этот Angry Birds Seasons. Но изменения мы еще потом увидим. Это очень интересный эпизод. На этом эпизоде в Angry Birds Seasons было больше всего золотых яиц. Их там было больше 10 штук, по-моему, 11 штук. И вот на этом уровне, если... Ну-ка, давайте попробуем. Вот когда этот, когда вот эту травку ломаешь, появляется яйцо вот здесь. Появлялось в Angry Birds Seasons. Обычно. По-моему, это единственный вообще эпизод в Angry Birds Seasons, который Пасхе посвящен. Единственный, других нет. Да, немного стрельну сейчас. Куда ты, блин? Этот уровень что-то легче, кстати, проходится, чем в Seasons. Он немножко изменен, мне кажется, здесь. Чуть-чуть изменен, его легче проходить стало. В оригинале я вообще мучился на этом уровне. Опа-на. Погодите-ка. Этого, по-моему, вот этого эпизода не было в Seasons. Потому что это самое, я не помню, чтобы где-то вот такой молоток был.
Слушайте, а вот это... Опа-на! Погодите, погодите. Там что-то летает. А это что за травка? Она ничего не делает. Опа-на! Охренеть. То есть, есть два способа, что ли, достать яйцо. Это либо сломать травку, либо... Либо сломать эту травку, либо поймать яйцо сверху, что ли? Капец, какой странный вообще выбор, я хочу вам сказать. Типа во втором способе легче догадаться, труднее. Могли бы не добавлять эту травку, лучше бы просто бы за этим... Блин, там свин живой остался. Спрятался так хорошо еще. Могли бы просто бы летать за тем яйцом, зачем травку там добавлять. А, стоп, вон еще один спрятался, хитрюга, блин. Хорошо спрятался, его сложно заметить было. Вот здесь было спрятано золотое яйцо, еще одно. Да, тот предыдущий эпизод, который мы с вами прошли, он от... это не... его не было в оригинальной сезоне. Там четвертый, это же... А, нет, пятый. Это пятый был, да? Нет, это был четвертый. Там четвертый, я помню, другой был абсолютно. Да, я помню, он был абсолютно другой. И на нем, кстати, тоже золотое яйцо было. Видите, не один, как минимум не один уровень, а как минимум два уровня тут новых. О, а вот здесь, кстати, было золотое яйцо, я прям помню. По-моему, было здесь. Или не было? Не, по-моему, не было. Не, не было здесь никакого яйца. А может и было? Блин, я, честно говоря, не совсем помню. Я вот помню, был какой-то уровень, где надо было сломать траву, и там... Там должны быть кирпичи, и если сломать траву, то там в кирпичах появится яйцо золотое. Возможно, это этот уровень, возможно, какой-то другой. Я не совсем помню, на самом деле. По-моему, нет. По-моему, на этом не было никаких золотых яиц. Ну, упадет? Давай. Отлично. Ну и как? Как до этого добраться? Я что-то не в курсе, по-моему. О, на этом уровне тоже было золотое яйцо. Оно появилось. Оно появлялось, когда взрываешь вот этот ТНТ под рогаткой. Давайте взорвем его. Но это в оригинальной Rebirth Seasons такое происходит.
Если тут заражать этот динамит, то не произойдет ничего. Но там появлялось золотое яйцо в середине. Да, помешал камушек, который на тот залетел. Попробуем еще раз. Пульнуть. Давай. Во. Ух, ну наконец-то получилось это взорвать. А хотя, может, и в прошлый раз получилось, я не помню, честно говоря. Но дохни давай быстрее, во. Так, что у нас здесь. О, и вот на этом уровне тоже было золотое яйцо. Надо сломать было вот эту траву. И сверху бы появилась платформа с яйцом. Выскочила бы вот так. Сейчас здесь не появится ничего. Однако в той версии, в первых версиях, вот когда именно вышел вот этот эпизод, если сломать, то там появится платформа, но в ней, ну, выскочит эта самая платформа на веревке, но в ней ничего не будет, никакого яйца, ничего в ней не будет. Сейчас никакой платформы не выскакивает. Тут у нас что интересного? Так, вот динамит, надеюсь, поможет все взорвать.
конечно, поможет. Какой уровень, кстати, 11-й? Не так уж и много осталось. О! Этого уровня не было в Seasons. И там еще есть пасхальное яйцо. Сейчас мы достанем его. По-моему, с первым яйцом я знак Виктории не сделал. Ждал, да? Ну я потому что не ожидал такого. Я что-то реально не знал, что... Если сломать ту травку, то золотое яйцо само прискочит к нам в руки. Так, а это один из бонусных уровней, этот от Facebook. Оригинальный Angry Bird Seasons. От Facebook или Twitter, не помню откуда. Вот здесь находилось там золотое яйцо. Оно... Мы бы его получили, если сломать этот блок. Этот цветок из уровня... Из эпизода Go Green Lucky. Go Get... Green Lucky, господи, как он там назывался? Эпизод, посвященный гнездовому квадрику, который мы, кстати, проходили с вами. Под яйцом сломался бы блок с изображением этого цветка и зеленого листика, и тогда бы и мы получили бы яйцо. Но здесь ничего этого нет. Типы Google Chrome присутствуют только на уровнях из обычных, на уровнях из эпизодов обычного Angry Birds. На Angry Birds Seasons нет. На Angry Birds Seasons эпизодов из Angry Birds Seasons. Они тут есть, на некоторых эпизодах, как на вот этом, есть свои бонусные уровни. Мы их, кстати, с вами сегодня обязательно пройдем. Как же мы сразу троих? Наверное, в центр надо выстреливать. Бомба. Чтобы как можно больше взорвать. Блин, слишком низко я сейчас выстрелил. Какой, кстати, уровень? 15-й? Осталось еще этот и 3. Недолет. Недолет. Yeah.
попробовать в центр стрельнуть. Да, вот, вот с усилениями в Angry Birds Seasons то пройти этот уровень довольно легко, но тут усилений-то никаких нет, кроме могучего орла. Но могучего орла надо купить, а купить мы его не можем, потому что это взломанная версия, у которой уже давно прекратилась поддержка. Что ж такое, ну... Да, надо было... Не туда выстрелить. Я откуда знал, что тот свин сдохнет? Я думал, он не сдохнет. Ну блин, вот этот зарылся вообще, и как же попадем-то на мой никак. О, наконец-то, блин. Задолбался уже, честно говоря, это проходить. Вот этот уровень, я не помню. По-моему, его в Origin Seasons не было. Может, он был в дополнительных уровнях от Facebook или Twitter? Там их было три, но вот какой еще? Ну вот я помню из них два, какие были. Третий какой был. Это первый и третий. А вот второй какой был, честно говоря, не помню. Возможно, вот он был таким. Но не уверен. Я не помню. Может, с другой стороны стрельнуть, бомбануть? Нет.
Отлично, я уж думал, мы это не пройдем. Так быстро. Хотя это было не быстро. О, это третий уровень от Фейсбука или Твиттера. И вот здесь где-то находится яичко. Сейчас посмотрим. Давайте отдалим немножко, чтобы было лучше. Надо немножко вот так стрельнуть. Да блин, ну как же так-то, а? Тут я помню, доставал уже. Я прям помню, что оно где-то здесь. Вот, я же говорил, оно здесь. Ух, наконец-то последний уровень. На этом уровне, если выстрелить вот сюда, то здесь появится кусок дерева, на который надо сломать. Попадают яйца, и будет крутиться вот так вот золотое яйцо, которое нужно будет сбить. Здесь ничего такого, как вы знаете, нет. Если бы мы нажали бы на стрелочку, мы бы сразу бы перешли вот к первому бонусному уровню, вот к этому. Что здесь надо сделать? Здесь надо... сбить этот молоток. Довольно красивый был уровень. Так, а здесь надо взорвать динамит. Вот этот. Который, честно говоря, я не уверен, что смогу сейчас взорвать. Ну да, конечно, не с первого раза. Не на усача должны яйца попадать. Скриптованными яйцами. И последний бонусный уровень у нас с королем свиней на воздушном шаре, блин. Надо попасть в динамик. Чтобы вот пошла вот такая цепная реакция и попадали яйца сверху. Ну и все. Мы прошли за 30 минут эпизод Эстер Экс. Ну что ж, в следующей серии мы будем проходить эпизод Summer Picnic, который, конечно же, по хронологии обновлений вышел после вот этого эпизода Эстер Экс. На этом все. С вас такой космос, и с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, там много чего интересного. Всем пока!